الأصل إفشاء السلام، يعني تسلم على من عرفته ومن لم تعرف. Основой является распространение саляма, то есть здоровайся словом салямом с теми, кого знаешь, и с теми, кого не знаешь. تسلم قبل الكلام. И здоровайся до того, как начинает разговор с человеком. تسلم إذا دخلت وتسلم إذا خرجت. Говоришь салям, когда заходишь куда-то и когда выходишь откуда-то. أكمل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Самый полноценный салям это слова саляму алейкум ورحمة الله وبركاته. وإذا سلم إنسان عليك ترد. Если кто-то с тобой поздоровался, то ответь ему. نعم. المصافحة الرجال يصافح الرجال والنساء يصافح النساء. Что касается, то есть приветствия руками, рукопожатием, то мужчины пожимают руку мужчинам, женщины женщинам. И является большим грехом жать руку мужчины, когда мужчина пожимает руку той женщине, которая не является из его близких, которой можно ему прикасаться. Если заходишь кому-то домой, то попроси разрешения на то. Либо постучав домой, или же позвонив, или же сказать громко «Ассаляму алейкум, можно ли мне войти?» Если позволяет, то заходишь. В противном случае просто уходишь. Не надо подглядывать, смотреть на то, или на то, что находится в доме. Если садится где-то в доме, то не надо смотреть туда, где он может увидеть тех, кто живет в доме. Если ему дали еду, либо он ест, принимает эту пищу, либо не ест, но ни в коем случае не надо порицать и ругать эту еду. Должен сказать бисмилля перед тем, как начнет употреблять ее в пищу. Если же забудет, то говорит эти слова, когда вспомнит. Произнося слова бисмилля и ауалиху ахиру. Когда закончит, восхваляет Всевышнего Аллаха. Кушает оттуда, или же с той стороны, которая стоит перед ним. То есть не надо кушать с другой стороны посуды. Кушает тремя пальцами. После того, как заканчивает употребление пищи, делает дуа за хозяина этого дома. Валлаху а'ляму.